Ваша тварина рідна для вас, ви про неї турбуєтесь, доглядаєте, годуєте, та чи завжди слідкуєте за станом здоров'я зубів? Наскільки це важливо, дізнаватимемось від лікаря, який прийшов до нашої студії. Це ветеринарний лікар, профільний стоматолог Дмитро Феденко. Дуже рада бачити вас у нашій студії, пане Дмитро. І насправді багато зараз людей тримають тварин, своїх домашніх улюбленців, вони їх просто обожнюють і дуже слідкують за станом їхнього здоров'я, але не завжди розуміють господарі, що потрібно слідкувати ще й за ротовою порожниною. Як це правильно робити, хочеться дізнатись, наскільки це важливо, і як же треба чи самому оглядати тварину, чи приносити до ветеринарної поліклініки і там дивитись. Тобто, що спочатку, які будуть ваші поради, і як би ви споглядали на це питання? На самом деле, осмотр ротовой полости может начинать уже сам владелец. И нужно понимать, что делать это нужно безболезненно, максимально приятно для своего животного. Во время поедания корма, во время игры осматриваем, смотрим, нет ли там кровотечения, появления желтых следов, камней. Это очень важно. Ну и, конечно, профильный осмотр стоматолога. Лучше всего проводить его раз в год вместе с профильной вакцинацией. Именно в этот период врач проводит физикальный осмотр всего организма животного, в том числе и зубного состава. И если может отметить ту или иную стоматологическую проблему, здесь уже требует обратиться за помощью к профільному стоматологу. Угу. Тобто це до вас. Так. І люди приходять часто зараз вже, вони розуміють таку необхідність? На самом деле не совсем. Для людей один из важных симптомов, с которым они обращаются, это, конечно же, неприятный запах. Но он, как правило, идет уже вследствие развития какой-то стоматологической проблемы. Поэтому хотелось бы чаще. Один раз на рік. Люди, знаєте, не завжди самі йдуть до стоматолога, да. А не говорячи вже про тварин. Ну, понимаете, человек может пойти к стоматологу, когда испытывает боль, а за животное никак не может нам на это сказать. То есть владелец, он является ответственным звеном, составляющим, которое связывает само животное с ветеринарным специалистом, в том числе и стоматологом. Так, тобто тварина вам не скаже, що в неї болить, як в неї болить, ви не дізнаєтесь. Але ви можете попередити проблему. І якщо ви вчасно зреагуєте, от коли вчасно? Если мы сейчас не говорим о профильном осмотре, который проводится раз в год, то первые симптомы, которые возникают, как мы можем заметить, что развивается какая-то проблема, это систематический отказ от еды или уменьшение количества потребляемого корма. В это время животное, как правило, проявляет кровотечение ротовой полости, отказывается полностью от еды, пытается лапкой трогать мордочку. Все эти симптомы уже должны насторожить владельца. То есть они должны уже указать ему, что есть какая-то проблема, на нее следует обратить внимание. Потому что, к сожалению, очень часто думают, что ну, это есть проблема, она самостоятельно, скорее всего, пройдет. Нет, не пройдет. Она лишь усугубляется. И профилактика этой проблемы намного проще и легче, нежели лечение. Звичайно, завжди профілактувати простіше і безпечніше, і для тварини краще, і для вас як для господарів, звичайно. Да, так. Але якщо вже ви помітили, що щось неправильно там з твариною, вона починає себе не так поводити, як завжди, то, звичайно, до ветеринара везуть, дивляться тварину, огляд є. Як відбувається саме лікування ротової порожнини? Хотел бы отметить вот сам осмотр. Его можно отметить в два вида. То есть есть консультация с профильным специалистом, непосредственно первичный осмотр, во время которого ветеринарный специалист-стоматолог просто осматривает ротовую полость, собирает анамнез, то есть общение с владельцем, когда, как и сколько длится эта проблема. И есть непосредственно уже сам стоматологический полный осмотр. Он проводится только под седацией или под глубоким наркозом, поскольку он требует инструментального наблюдения, инструментального введения. Если мы говорим о самом лечении, то, конечно, всегда все содружественно вместе. Идет санация ротовой полости, это ультразвуковая очистка зубов с последующей полировкой. И в зависимости от того, что увидит там специалист во время осмотра профильного, который проводится под наркозом, уже мы принимаем решение о дальнейших мероприятиях. Угу, тобто вже потім. Але ж для тварини, мабуть, це важко, перенести наркоз. І, можливо, якщо ви кажете, що це глибокий наркоз, то тварину треба тримати в клініці, треба, щоб лікар і дивився,
подивився і одноразово, і потім, після того, як він вже подивився, то треба лікувати? Чи виводиться вона з наркозу тварина, чи це за один раз все проходить? Ну, нужно понимать, что стоматологические процедуры – это плановые процедуры, они не ургентные. Соответственно, перед ними обязательно я прошу владельца пройти осмотр кардиолога с дополнением УЗИ сердца. Ничего себе. То есть да. Зубы, так? Мы ведь говорим об анестезии, вот это основное. Обязательно системный отбор анализа крови и общий биохимический, поскольку именно это будет связующим моментом в выборе анестезии, ведь их есть несколько видов, каждый по-своему метаболизируется, и в зависимости от того, какой орган работает лучше, тот мы и будем нагружать. То есть выбираем наркоз, как и процедуры, сугубо индивидуально. Именно так нужно позиционировать всех животных. Угу. І в такому випадку твари, вже треба розуміти, що тварина ваша йде на ризик, заради чого? Так? Ми рятуємо її життя, бо від проблем, пов'язаних з проблемами з зубами, можуть бути серйозні наслідки. І справді тварина може постраждати, навіть можуть дуже негативними бути. І розкажіть, будь ласка, трошки про них, щоб люди не думали, що це все так просто. Несвоевременно профилактирующие проблемы, они, как правило, ведут к появлению зубного налета. Наслоение этого зубного налета ведет к появлению зубного камня. И вот здесь это уже большая проблема, потому что инфекции, бактерии, они всегда стремятся вглубь корня, именно к зоне пульпы, где проходит сосудистый пучок и нерв. Это для них является питательным веществом. Но попадая внутрь зуба, в корневую его часть, бактерии, инфекция съедает в первую очередь переопекальную связку. Клинически проявляется это шаткостью, патологической мобильностью зубов. В последующем это разрушение костного цемента и, конечно же, попадение инфекции в костную ткань. А вот это большая проблема, потому что убрать инфекцию с костной ткани не так легко. Это, как правило, системные антибиотики, в редких случаях это операции. И, конечно же, если не своевременно обратиться с этой проблемой, это может привести к тому патологическому повреждению челюсти нижней. А есть потом дальше операции, которые делаются в клиниках и выдаляются, мабуть, и зубы, и, возможно, нужно почистить это место, где он находился, так? Да, всегда нужно понимать, что вне зависимости от стоматологической процедуры, она должна начинаться с максимально стерильных условий. Это то, что я говорил, санация с ротовой полости, ультразвуковая чистка. Мы должны убрать эту всю инфекцию максимально, насколько это возможно. Обязательно животное в этот момент должно быть заинтубировано, потому что мы работаем с келлером ультразвуковым, который выделяет облако жидкости, воды, для того, чтобы смывать остатки вот этого камня. И с помощью эндотрахеальной трубки мы профилактируем попадение жидкости в дыхательные пути. То есть все очень серьезно, все очень важно. Именно так это должно происходить. А які саме тварини з'являлися от в стоматологічних умовах, от саме вам доводилося їх лікувати? Чи це собаки були, чи коти, чи з якими тваринами вам доводилось працювати? Наверно, всіх понемножку, но самые частые мои посетители – это собаки карликових пород. То есть терьеры, йоркширские терьеры, чихуахуа. Почему? Потому что у них точно такое же количество зубов, но рядность, кучность зубов достаточно высока. И если инфекция проникает вглубь корня уже одного зуба, она моментально переносится на соседние, последующие. И уже в течение целой недели можем получить воспалительный процесс не одного зуба, а всей поверхности левой, правой, верхней и нижней челюсти. Угу. Может, чистить зубы треба тваринам? Да, конечно, профилактика. Я всегда владельцам выделяю три варианта профилактики. Все зависит от ритма жизни. Первый, который самый легкий, это, конечно же, механическая чистка. Существует большое количество стоматологических паст ветеринарных, щеток. Если даже их нет, можем брать обычную детскую нулевку. И с помощью адгезивных паст хотя бы два раза в неделю проводим механическое очищение зубов. Самі просто. І тварині це повинно подобатись. Тут дуже важливий момент, що починати ці процедури потрібно з раннього віку. І обов'язково вони повинні супроводжуватися якимись приємностями. Це можуть бути ветеринарні добавки, вкусняшечки всякі. Смаколики для тварин. Так, так. Нужно завлекати їх к цим процедурам. І якщо ми виробимо такий рефлекс на чистку зубів, то в послідовому, коли тварина вже возрастне, воно буде з легкістю нам дозволяти це робити. Плюс ко всьому, я часто зустрічаю владельцев, которые дрессируют своих животных. Да, есть такая команда «Зубки». Они показывают зуб. Зубки. Да, они разрешают. Показывают, и можно почистить. Да, и это упрощает мою работу в том числе. То есть мне нужно никак удерживать животное самостоятельно. Они готовы к этим процедурам. Они хорошо приносят ветеринарного врача, ветеринарную клинику. Опять же, для них это большой стресс.
разные запахи, большое количество новых людей. И если животное не социализировано, то это большой стресс и очень сложно с ними работать. Угу. Но вам доводится все одно, вы находите підхід до кожної тварини. Да, все сугубо, как я говорю, индивидуально. Мы расцениваем каждого пациента со своей стороны. Каждому есть свой подход. Но чаще всего осмотры, вот, которые мы проводим, мы делаем с владельцами. Именно для этого нужен анамнез. Нужно понимать, какие привычки у животного, как оно себя ведет, может ли оно проявить агрессию, потому что профессия достаточно травматическая. А у вас есть уже травмы? Постраждали от тварин? Да, они бывают систематически. Систематично. А це які? Вкусили? Чи пошкрябали? Укусы, да, царапины. Угу. Опять же, зависит, если собачки. Чаще всего, как я же, эти маленькие, они достаточно агрессивные, несмотря на свой рост. Кусают, царапают котики. Неприятно им. Приходит незнакомый человек, пытается открыть ротовую полость, посмотреть. Постоянно какие-то вопросы. Это время, стресс. Тварини, звичайно, розуміють усе, розуміють, що їм хочуть допомогти, але ж якщо їм боляче, то це інша справа. Так, ми вже зрозуміли, що потрібно чистити зуби тваринам, і раніше нам про це ніхто не говорив, і якось не було в культурі, навіть якщо ми утримуємо тварину, не було таких навичок і таких правил. Зараз вони починають з'являтися. Які ще правила дуже важливі для того, щоб ваша тваринка була здоровою? Ви праві, Юлія, якщо раніше не було прийнято осматривати животного так профільно, як це робиться зараз, то ветеринарія, по сравнению з 20 годами назад, шагнула далеко вперед. У нас есть и узкопрофильные специалисты, у нас есть и анестезиологи, те, которые могут сопровождать пациента во время анестезии. Ну и, конечно, хотел продолжить то, что я рассказал. Есть три варианта профилактики. Это, конечно, механическая чистка, которую можно проводить дома самостоятельно. При небольшом количестве зубного налета, зубного камня существует большая разновидность гелев, суспензий, которые можно наносить непосредственно на эмаль зуба или добавлять в воду. Именно они помогают размягчать и впоследствии лишать зубного налета или камня пациента. Ну и, конечно, для особо агрессивных или уже возрастных животных, те, которые не совсем готовы к этим механическим чисткам или отказываются, не разрешают владельцам наносить эти гели, существует плановая анестезия и ультразвуковая чистка. Да, ну, к сожалению. Один раз на рік, так? Тоже все индивидуально. Угу. Зависит от образа жизни животного, от количества и качества потребляемого корма, ну и, конечно, от состояния зубов. До речі, раніше коти та й собаки могли їсти якісь тверді, можливо, складові, які допомагали їм очищувати зуби, само собою. Можливо, була якась трава, можливо, щось іще. Чи можна звичайним, природним способом допомагати їм самим готувати порожнину? Да, конечно, предмет выбора в корме должен всегда останавливаться с стоматологической точки зрения на сухом. Почему? Потому что во время раскусывания на мелкодисперсные корма животное уже самостоятельно создает механическую чистку зубной эмали. Но и наоборот, если мы будем кормить мягкими влажными кормами, которые впоследствии будут оставаться на зубной эмали, они будут только усугублять проблему, если такова имеется, или отмечать, если вот ее нет. Поэтому, да, со стоматологической точки зрения предмет выбора должен падать на сухие корма. Угу. А если это стоматологический бік, а если это просто как ветеринарный подход, то який корм будет оптимальный для вашей тварины? Мы сейчас переважно про котів будемо говорити і про собак, так? Угу. Ну, найчастіше зустрічаються ці тваринки у нашому вжитку. Ну, почему я сказала преимущественно со стоматологической точки зрения? Потому что редко бывает такое, что пациент только стоматологический. Ведь когда есть системные заболевания, они требуют специальной диеты, и не всегда может совпадать желание стоматолога кормить питомца сухим кормом с диетой, которую ему назначает врач-терапевт. Ведь здесь мы должны понимать, что для животного будет лучше, и выбирать красоту вместо здоровья не совсем правильно. Так, ну звичайно. Якщо ми вже будемо зараз далі дивитись на цю проблему і говорити про те, що, наприклад, вашій тварині видалили зуб, так? Можливо, один, можливо, декілька. Як буде він далі функціонувати? Чи треба переходити на інші види кормів, на інше харчування? І як саме потім ця тварина зможе жити у подальшому? Ну, нужно понимать, что такое удаление зуба. Удаление зуба всегда сопровождается зачисткой десневого кармана, удалением излишка костной ткани, чтобы не травмировало десну. Ну и, конечно же, обязательно пластика десны. Ведь луночку, которая осталась после зуба, нужно ушить, чтобы туда не попадали остатки
недостатки пищи или бактерии, которые в большом количестве имеются в ротовой полости. После окончания этих стоматологических процедур всегда есть лист назначения, который индивидуально обсуждается с владельцами, где мы обговариваем такие вопросы, как чем кормить следующие дни, и, скорее всего, это будут мягкие корма в виде паштетов, какие препараты следует использовать для того, чтобы уменьшать воспалительный процесс или профилактировать его дальнейшее возникновение, потому что даже несмотря на удаление зуба, это все равно хирургическая операция. Она травмирует десну, и в последующем животное нуждается в нашей помощи, нуждается в терапевтическом лечении. Угу. А потом тварина может якийсь час перебувати вдома і, звичайно ж, під наглядом лікаря приїжджати, можливо, так, доставлятися до ветеринарної клініки. Як довго заживають ось такі процедури? Ви казали там, так, зашити, наприклад, десну, чи, можливо, зробити ще якусь операцію? Все дуже швидко. Десна регенерує достатньо неплохо. В течение 3-4 днів правильно сшитое место будет практически не видно. Единственное, что там останется, это остатки нитки. Но, как правило, нитки, которыми мы пользуемся, это сама рассасывающаяся, то есть их снимать не нужно, поскольку все эти процедуры снова-таки будут травмировать животное. Ну и, конечно, существуют повторные приемы. Я, как правило, назначаю их несколько, два, в зависимости от проведенных процедур, для того, чтобы я мог контролировать степень регенерации, степень заживления, контролировать, иногда приходится и владельцев, правильно ли выполняются все назначения, в том количестве дается препарат, который я указываю. Это очень важно. Ну, я знаю, що ви такий суворий лікар. Ви часто запитуєте, як справи, що ви давали, чи давали точно в тих пропорціях, які є в призначенні самого лікаря. Тобто контроль повинен бути. А справді ж господарі завжди можуть бути зацікавленими. Чи буває так випадок такий, що, наприклад, господар не завжди розуміє, що це так потрібно, чи в нього, можливо, часу не вистачає, чи щось ще. От від чого? Це недбалість така? На самом деле, это, наверное, уже вторая сторона этой профессии ветеринарии. Здесь нужно уметь не только лечить животных, но и быть немножко психологом, поскольку людей тоже нужно понимать. Я давным-давно понял для себя, что никто уже не позиционирует собачек и кошек как каких-то питомцев. Нет, это вот члены семьи, маленькие детки. В зависимости от этого владельцы относятся к ним с таким желанием, с такой любовью. И нет, у меня очень редко возникают вопросы с невыполненными рекомендациями или неправильно данными препаратами. Нет, это все достаточно серьезно, строго обговаривается еще в период, когда мы отдаем животное владельцам. Пане Дмитро, ну, звичайно, наостанок хочеться запитати вас з приводу рекомендацій, які ви даєте кожному вашому пацієнтові, звичайно ж, його господареві, як зробити так, щоб ваше життя було легким і здоровим? Є одна фраза, яку я, мабуть, повторюю кожен раз, закінчуючи прийом, це те, що профілактувати проблему гораздо легче і краще, ніж лічити. Поэтому систематический осмотр ротовой полости, если мы сейчас говорим о стоматологии, решает большое количество проблем. И в той степени, если мы вовремя профилактируем проблему, то мы можем не дойти до каких-то неблагоприятных исходов. И, конечно же, сохранить зубки. Так любити тварин можуть лише ті люди, які віддали все своє життя для того, щоб їх лікувати, триматись за цю справу і справді вдосконалювати себе. От мені здається, що ви якраз той лікар, який весь час працює в цьому напрямку. Хочеться вам теж побажати здоров'я та сил, щоб все вдавалося. Будемо чекати вас ще у нашій студії. Дмитро Феденко, профільний стоматолог, сьогодні був у нашій студії, ветеринарний лікар, а ми зустрінемось з вами за декілька хвилин. We'll be right back.